16 октября в Губкинском отметят День предпринимателя. В преддверии даты бизнесмены организовали ряд мероприятий для школьников, спортсменов и пенсионеров. Мы хотим показать, что предприниматели – это те же организации, которые могут проводить мероприятия для жителей города, тем более, что там работают их близкие, родные и друзья. Ждет нас красивый, красочный концерт. Мы приглашаем вас, приходите и отметьте с нами вместе наш профессиональный праздник. Праздничный концерт состоится 16 октября в 14 часов в Школе искусств имени Свиридова. Вход свободный.